Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня по изображению. Трего. А мне семечек. А мне... Кормилица. Ох, она влюбленная. Черное сердце. Нифига, пакет дизель. Ребят, бренд дизель дорогой, поэтому лезу в бак. Ого! Минчанка, сыр плавленый. Охренеть, его тут сколько. Почти килограмм. И он холодный, это с холодильника. Видите, люди не бедные дизель покупают и вот такие вот колбасы сырные выкидывают. А он не просроченный, обалденный. Вот этот сыр в магазине стоит вот столько. Ну, ребятки, помоешь, как кормит. Опять наркоман надышался. Это. Надышался. Завязывай с вот этим, еще подсядешь. Ох, ебать его в рот, да. Штырит? Да, охуенно. Как кислородом. Ребятки, всем здравствуйте, с вами расхититель мусорных баков. Я надышался вот этого шарика в помойке. Ну а с вас обязательно лайк на видос, ну и подписочку на мой канал. Я сейчас разорву эти кормилицы, как голодная гиена. Ребятки, ребятушечки, Дима, на. Ну, Дима, блин, наркоман, жесть. Да, ребятки. Так, у меня тут вынос с хаты, Дим. О, полотенечко. О, ветошь нам свежая в гараж. Дим. Да. У меня здесь вынос с хаты. Вау, какая-то капсула. Это флешка, чувак. На ней могут быть биткоины. Или троянда. Так, тут еще всякого разного много. Нифига. Йота 4G модем. Неплохой модем йотовский, ребят. USB-шный. Такие модемы по 1000 рублей на Авито продают. Очки какие-то. Ну пофиг, какие там они. Возьму. Да, сука, ебаный рейд. На помойке вообще голяк, блядь. Пойду в гараж, ребят. Лучше в игрушки поиграю. Нафиг оно надо? Воняет капец. И жарко еще, к тому слову. Ребят. Так куда ты бежишь? Аккуратно. Куда ты ходишь? Что с тобой, блядь? Да-да, у ребятушечки, это Радмир РП, которую я смог себе позволить. Ее позволить сможет любой, кто смотрит сейчас это видео. Ведь на Радмир РП ты можешь найти себе друга и рассекать на машине, которую купишь с накопленных денег. Ай, садись. Садись. Вот так бы сразу, ебана жизнь. Да, тут ты можешь выбрать свою профессию. У тебя есть возможность даже встретиться с главой опаснейшей группировки и стать борзым фраером. Либо пройти призыв в армию, дослужиться до генерала. После армии ты можешь продолжить стоять на стороне закона и пройти в ряды Министерства внутренних дел, чтобы расследовать самые опаснейшие уголовные дела. Ну а для любителей спасательных служб на Радмир РП есть возможность стать врачом и даже пожарным. Ссылку на игру я оставлю в описании. Вводите на 11 сервере мой промокод Штребух, который вам даст неплохой бонус для новичка. А если у тебя нет компьютера, то в эту игру есть возможность даже поиграть на телефоне. Просто вбивай в Google Play или Apple Store Hustle Online и скачивай. Наслаждайся этой топовой игрухой. Ссылочку оставлю в описании. И жду тебя на 11 сервере, братишка. Дорогая, также не нашли. Весело живется в России. Весело. Вот здесь мощнейшая кормилица, ребят. Мощнейшая. Ого, сразу какой-то рюкзачок камуфляжный. А вдруг там волына? Нет, там не волына, но там техника. ТВ-приставка в полном комплекте. Это Билайн современная, с HDMI, интернетом и флешку можно вставить. ТВ-приставка, модель ZTE ZX V10B860H. Так, а вот пультика. Пультика в комплекте нету. Вот это очень печально. ТВ-приставочку забираем. Так, там всякие провода. Вот такие очки неплохие. Блок питания, машина. Вообще, все, что в этом рюкзаке лежит, мы забираем прям так. Охренеть, чувак. Смотри, открывашка. А вот здесь еще вот такая штука. Я домой заберу вино открывать. Это подогреватель детского питания. Вот, охренеть. Так, тихо. Дима, спокойно. Слышишь, спокойно. Вон, смотри, рюкзак у тебя. Это переноска. Для детей переноска. Забирай. Забирай, может купят. Смотри, для боевых искусств. Диме, там и наушники несу сюда руки. Падла. Да, смотри, да. Это драться. Вот этот, защита, давай. Ребят, лица, когда дерешься. Так, смотри, шляпеточки какие шерстяные. Игровые Хокко наушники шляпные. Без амбрашюр, возможно, рабочие. Если рабочие, положу сюрприз-бокс.
в 3,5 миллиметра разъем. О! А вот это пультик уже, от чего это такого? Это большой ЦИМ пультик от квадрокоптера. Какой ЦИМный? Квадрокоптер от ЦИМа. А? ЦИМ от квадрокоптера есть такой. Понял. ЦИМ от квадрокоптера, вот от него пульт, а квадрокоптер, походу, улетел во свояси. Ну, ничего страшного. Я весь этот пакет забираю, кроме вот этих вот штук. Потому что техника. Это бортики для детской кроватки, бортики в пакете. Мы это берем. Дима там тоже находки находит в тех баках. Сейчас я тут долутаюсь и покажу, что он нашел. О, жвачки они мне подарили. Почти полная пачка. Не бедные люди. Подарили. Вот еще рубашечку. Вот такую Columbia XXL. Вообще целая. Не порванная. Все пуговицы. Рубашечку такую грех не оставить. О, кэшбэк. Представляете, люди вот выкидывают деньги. 10 рублей. Так. А что у нас тут Дима нашел? Сковородочку с крышечкой. Ее кто-то своровал с магазина. Тут противоугонка висит, ребят. Обалдеть. Ну, вот денег на сковородку просто не хватило. Это кофемашина. Вообще, да, топовая. Не дешевая кофемашина. Сенсорные кнопки? Да, она дорогая. Обалдеть. Чувак, мне знаешь, что есть? NFC. Минимум пятерик стоит. Охренеть. Вот он ее. Тихо. Я пернул. Обалдеть. Ну неплохо Дима поднял так. Ребят, вот эта кофемашина Nespresso в интернете стоит вот столько. Это встроенный чайничек. Это вот сбоку, смотри. Вот оно сюда вставляется. Нифига себе, ребят, как она выглядит. Кнопка включения. Чувак, я хочу себе ее. Ой, чуть не сломал. Все, давай, главное ее довести в целости и сохранности. Дрыц, телевизор. Опа, кормилица внутри. Ребятушечки, вчера был на концерте Токсиса, он мне дал проходку. Кстати, Токсис, привет, спасибо за проходочку. С женой съездили, прикольно было вообще. Смотрите, какая огромная коробка. Обалдеть, тут же был телевизор обалденный, топовый, дорогущий. Но мне хуй на воротник, а не телевизор у ребятки. Так, а вот здесь еще есть пустые коробки. Ну, загородная кормилица очень сытная, смотрю. Опа. Счетчик электрический у ребятки. В нем же есть вот контакты латуневые. Его можно на металл взять. Счетчик заберу. О, вот это тоже крутая штука. Это для полива. Пультик вот этот вот, краник. Тоже возьму. А что, неплохо. О, свежачок закинул мужичок. Спасибо. Тут очень сытные кормилицы. Ого, шматья. Пакет шляпеточек. Вот это классические шляпеточки, ребят. Вот они. Ну что ты все лезешь? Вот там два бака, ройся. Ройся там, пожалуйста. О, метла и совок. И оно новое. Нифига. Мы такое заберем на продажу. Смотрите, все целое. Голубенький рибьёк, штаны, нифига себе, рибокарик. Нифига, какой кассовый аппарат, там деньги могут быть. Там реальные бабки. Это кассовый аппарат. Вот тут деньги есть. Надо эту кассу взломать. Опа! Короче, 26 рублей нашел. Прикольная кукла. Дим, вот это можно взять. Конфетки. Трюфель? Да! Блин, ребята, я обожаю трюфель. Я голодный такой. Я сейчас съем этот трюфель. Так, что тут? Ого, пакет техники. Ребят, охренеть, пакет техники я сейчас нашел. Охренеть, HyperX. Оригинальные. NXHSCSBK. Вот столько такие на Авито стоят. Тут амбрашюры убитые, но, скорее всего, наушники рабочие. Нифига себе, регулировка звука. HyperX наушнички, ребят. 3,5 миллиметра штекер. Обалденные. Пацаны, HyperX наушники нашел. Так, еще кабель какой-то. А, это HDMI поломанный. Мне он не нужен. Так, компьютерная мышка пойдет. Можно забрать какой-то блок питания. Тройничок. Нифига. Жижа была здесь. Так, ребят. Так, в этот пакет закину наушники. Обалденные вообще. Я ими буду пользоваться. Я буду на игровых стримах в них сидеть. Так, что тут еще? Снюсик был. Вот тут есть жижа для вейпа, вот такая вот. Нифига, мини-скидочная карта фикс прайс. Прикольная, ни разу такую не видел. О, подик. Ребят, я нашел подик. Я в Апаресса подик нашел. В Уповинси. Вот столько такой стоит новый.
Возможно, даже рабочий на тайпсишке. Вот это имбовая находочка. Так, там еще, я смотрю, какая-то цепочка. Вдруг золото. Ребят, серебро. 925-я проба серебра. Цепочка на шею. Кулончик вот такой. Это знак зодиака какой-то. Вам, наверное, не видно. Вроде дева знак зодиака. Я серебро нашел. Там конфеты упали. Дай сюда их, это мое. HyperX наушники и вот этот Vappo. Чего ты находишь самые лучшие находки? Пацаны, потому что я умею их искать. У меня опыт. Дим. О, одноразка, нифига себе. Ништяк, мощная. Чувак, там шлем. Нифига себе. Шлем мопедный. О, вау, Red Bull. Первый раз нахожу шлем мопедный. Так, неплохой. С защелкой. Надеюсь, он не после, после аварии. Он треснутый чуть-чуть. Ну ничего, еще побегает такой. А ты не хотел сюда заезжать. Видишь, я по зову сердца сюда приехал. Шлем этот почувствовал я, Диме. Кормилица. О-о-о-о. Как коробка от PlayStation. Дай. Ребят, обалдеть, 8К, 4К. Ну а пустая. Слушай, а может заберем, попробуем коробку продать? Кордон, блядь. Коробка от дорогого ноута. Вот мне кажется, коробка от PlayStation улетит. По-любому ее продать получится. NVIDIA GeForce RTX 4060. Нифига топовый ноут. Проверь, может там есть что-то? Ребят, напишите в комментариях, продают ли такие коробки на Авито от PlayStation 5. Я думаю, ее реально продать. Ну давай попробуем, ради эксперимента. Давай попробуем продать. Я думаю, вот на Авито посмотрите цены на них. Их же продают, значит, кто-то их покупает. Забирай. О, шматковидный вынос. Так, что за вещички? Сейчас мы будем женское брать тряпье? Ну вот прям так забирай. Оно хорошее все. Тут шершни? Да это пчелы, они жалят сладенько. Мне нравится. На, Дима. На. Опа, еще. О, что за кроссовочки? Гуччи? Да нет, шляпа с рынка. Опа, шляпеточки убитые стоят. Так, неплохие, кстати, коробки. Вот это как будто не пустая. Что там? А, понятно, бытовые отходы, короче, как обычно. Шляпа. В контейнере прям салат. Ого, похоже на вынос с хаты. Да, что-то похожее на технику. О, нифига себе, бомбар. Какие печеньки, ребят. Это же очень вкусные они. Посмотрите, протеиновые. Я не могу устоять, ребятки, перед этими печеньками. Вкуснятина. Обалдеть, они вкусные, ребятки. Но суховато. Надо найти попить. Опа. Вижу кольцевую лампу сквозь пакет. Ну да. Классическая находка на помойках. В этот раз тут погрызан провод, из-за этого ее выкинули. Провод можно заменить, а лампа целая. Неплохо. Посмотрите, ребятки, сколько обуви. Походу, она неплохая вообще. Есть тут что-то брендовое? Так, Time Jump. Какого бренда? А, это такой бренд, Time Jump. Хуета. Еще обоссанное, воняет кошачьими говнами. Мочой вот этой всей воняет оно. Хотя вот эти Aunt Venture неплохие такие. Я вот эти, пожалуй, заберу на продажу. Ну и кольцевую лампу. Забираю находочки. Еду дальше. Ребятки, помоечка кормит. Опа. Так, а чем тут порадует кормилица вот это? Тут все стухло. О, Спанч Боб. Нифига какой. Смотрите, как у него руки тянутся. Никогда Спанч Боба такого не видел. Правда, он какой-то гнутый, и ноги одной нет. Была б нога, я б забрал бы. А так это Спанч Боб инвалид. Фу, что за помой? Столько мух, капец. О, вынос с хаты. Вынос с хаты. Что это? Что это? Нифига себе, это ж с котами играть. Я понял, ты типа шарик кидаешь, и эта штучка будет за ним летать. Бегать типа.
Обалдеть. Подушка надувная, беру. Вау. Нифига себе, Найки. Обалдеть, как новые. 36 размер, смотрите. Обалдеть, как новые, реально. Походу паленые. Не думаю, что Арик, но они как новые. Обалденные. Помоечка обувает. Так, тут еще какие-то кроссовки. Но это с рынка. Подубитые. Такое, я по брендам, ребят. Чисто вот такие я возьму. Так, а тут у нас что? Сытная кормилица. Ого, ребят, нифига, вы видели? Охренеть. Блин, пумы. 44,5 размера. Это как у меня, только пятки. Очень плохо. Блин, может забрать? По помойкам чисто гонять. В принципе, неплохие. Заберу. Главное, чтобы мозоли не натирали. Стельки вставлю и полетю. Ну а что, стелек чисто не хватает у них и все. Шляпетки еще побегают. О-о-о, вынос с хаты, ребят. Мибенди. Ребят, мибенди. Это мибенди. Мибенди. Ух ты. USB кабель. О, два блока питания. HTC. Еще USB-шка. А это для писюна резинового. USB. А, вот оно. Тоже какая-то штука. Что-то ей полировали, видимо. Ребятки, что-то полировали ей. Походу, вот щеточка, полировали. Ой, суши. Суши Минакаями, ребят. Обалдеть, помойка кормит. Хлебов много, кстати. И хороший, мягкий хлеб. Вложу вот сюда. И вот хороший тоже. Капец, такой хлеб выкидывать, ребят, посмотрите. Никакой плесени нет. Отличный мягкий хлеб. Зачем такое выкидывают, блин? Опа. Что-то в рюкзачке есть тяжеленькое. Пакет с помоями. Но больше я не рассчитывал, на самом деле. Опа. Что тут у нас? На кормилице. Так это ж, ребят, творчество чье-то. Картина рисованная прям. В рамочке деревянная. На холсте нарисованная картина, ребят. Обалдеть. Картина называется «Месячные». Заберу. Обалденная. И вот такая штука из Икеи. Да. Для инструмента пойдет в гараж. Охренеть. Покажи Samsung. А, старый планшет Samsung. Битый. Зарядочка даже в комплекте. Обалденно. Зарядка от него, ласты. Сейчас пока сезон, может кто-то купит их. Ну, планшет старый, ему цена 100 рублей максимум. Чаша от кальяна, калаут от кальяна. Нормально. Кальянчики, с вас по лайку. Меня кормилица дарит вот это все для кальяна. А вы покупаете. Ты в бак залази вон туда, что ты тут поверхностно роешься. Я жду результаты, Дима. Где результаты? Эй, покажи прибыль, Дима. Хоть что-то найди. В бак надо залазить, не ленись. Работай. Дилдо. О, это от кальяна. Слушай, это мы себе заберем. Вот смотрите, какой стиль шланг для кальяна розовый. Как будто новый. Кальянчики, ну, завидуйте молча. Покупайте в магазине, нам бесплатно кормилица дарит. Кальян, бля. Вот этот кайф, кальянный рэп, это все теперь у меня будет за счет этого шланга. Я в шортах кормилицу не надо. Ты что, с ума сошел? Я все лето, блядь, в шортах по кормилицам лазю. Ты просто смотри, куда ноги суешь. А как без шорт? В штанах ты собрался? Плюс 38 в штанах? Лучше в штанах. Ты что, с ума сошел? Я ни разу не резался. Если у тебя проблемы с координацией, то при чем тут шорты вообще? Дим, что, не... ходить научись. Я аккуратно. Никто не застрахован от стекла. Ну так кто не рискует, тот не пьет шампанского. Вообще этой шлангой можно жопу промывать от запора. Что там, Дим, ты увидел? Здесь ты на вынос. Ох ты, сука, падла. Какая-то хрень. Дай сюда, кидай. Это какая-то магнитная игра. Видите, там шарики. И вот так они выпадают из своих пазов. Тут, наверное, магнитная палочка была. Какая-то игра с магнитами. Ручек.
Забыл пару. 3D-ручки две. Ну, идиот. Блоки питания к 3D-ручкам. Ну, это такое. Кому-то нравится такое. Покупают у нас вот это вот 3D-ручка Pen 3D-2. Дима, вы нас хаты дерет. Не, вот картина прикольная, я ее в гараж повешу. Куклу рублей за 50, дай бог, чтоб купили. Она, кстати, о, светится у нее хвост. О, беспроводные, а что за модель? Хокка. Ребят, Хокка беспроводные, а ну проверим, работают? Да, там лампочка горит, мерцает. Возможно, рабочие. Это в сюрприз-бокс положу, если рабочие. Дима, давай интенсивнее. Кстати, неплохо по прибыли получается, Дим. Что? Неплохо ты постарался, молодец. Ты экзамен сейчас прошел на 4 из 5 баллов. И колокольчик. А, ну это уже на 5 баллов, раз колокольчик нашел. Я вижу на результат. Все, пацаны, перемена. На, на удачу. Спасибо. На колокольчик тебе на удачу. На перемене будешь под это подыгрывать. Ребятки, я приехал на помойку для того, чтобы залутать находочки, да и заодно выкинуть вот свой мусор. Вот такой у меня мусор, это системный блок без задней крышки. Ой, бомжи его на металл заберут, мне он вообще не нужен. Так, я смотрю, кормилица сытная, нужно перчаточки одеть. Опа, контейнер какой-то. О, мыльно-рыльного чуть-чуть, дегтярная маска для волос. Ну, мыльно-рыльное я всегда беру. Это покупают. Что это за хуйня, блядь? Кто его учил ездить, блядь? Кто учил его, сука, ездить? Я еду спокойно. Этот еще обгоняет меня. Увижу вот это на дыбы, на попах, в следующий раз буду сбивать. Мать. Утёть кормилица. Ой, носхаты как будто. Так. Пакетик с говнами. Ой, там опарыши, ребят, вон личинки. Среди опарышей вон колечко выпало. Фу, как воняет. Фу, как тут воняет. Фу, не могу. Сладкий запах вот этой дохлятины. Ой. Ой, не могу. Да, улов сегодня на помойках прям капитальнейший. Даже не знаю, как мы деньги будем делить с продажи находок. Мы сегодня нашли утюжок для волос, паленую колонку GBL и пару шмоток. А проехали мы весь вот маршрут, который лутаем обычно. Вон еще шматковидная кормилица. Сюда шмотки. Диме. О, толстовка закошлаченная с Алиэкспресса. Да ну куда, сейчас не сезон. О, трусики. А вот это по моей части, ребятки. Трусики. У меня недавно 15 пар купили за 5000 рублей ношенных трусов женских, нюхательных. Поэтому я их собираю, вот эти трусики. Я вот сейчас 15 пар найду женских с выделениями и продам. Собираем. Бюстгальтеры этого мужчину не интересуют, хотя купальник может быть и понадобится. Два купальничка комплектик. Лифоны не надо. Лифон. 5000 на карман с продажи его. Тыц-тыц-тыц, беру. Опа, нифига тут игрушек. О, нифига, это ж самурая меч. Острый, как лезвие. Бритва, ого, самолет обалденный. Нифига себе. Да тут такие игрушки топовые. Посмотрите, какой автобус, обалдеть. Самолет какой. Петарда? А, нет. Блин, а сейчас тут она выбирает. Тут машинки Hot Wheels. А, не, не Hot... Да, Hot Wheels. Обалдеть, она крутая. Hot Wheels это коллекционные вообще машинки. Нифига себе. Ребят, обалдеть, молния McQueen. Обалденная тачка. Так, я, короче, в эту сумку повыбираю самых топовых игрушек.
вертолетик, блин, да это все офигенные нагрузки, едет, корова, берю, корову, не беру, так, крокодильчик вот такой, силиконовый, о, Hot Wheels, обалденная, обалдеть, это дорогая Hot Wheels, машинки Hot Wheels на Авито вот постолько стоят, ребят, представляете, так, есть еще Hot Wheels, вот еще такой кибертрак, у Молния Маквин, диснеевский, обалдеть, какой как настоящий, капец топовый. Как можно такие игрушки вообще выкидывать? Я в шоке. Hot Wheels выкинули. Вот еще Hot Wheels. Охренеть. Так. Офигеть, сколько Hot Wheels. Кэшбэк 1 рубль беру. Еще Hot Wheels. Зацените, ребят, купил себе снова легенду. У меня уже был такой мопед, вот посмотрите фото, может кто-то из вас его помнит. Еще в старых видео давно мы на таком же зумере кучу находок перевозили. Сейчас решил себе опять такой же купить, потому что он очень кайфовый, удобный. Плюс на нем можно много всего увезти. Но кормилица не дремлет и не ждет. Полотенце в гараж, как ветошь, мы ими руки вытираем и тому подобные всякие вещи. Даже не воняют, как будто стиранные. О, охренеть, то тут такой стратегический запас полотенец, прям вообще обалденно. Так, о, а это ошейник собачачий. Кепочка покажи. Ух ты, новая Томми Хилфигер паленая. Рублей за 50 купят. Что-то тут вообще голяк. Электроника, покажи. Ух ты, Димочка нашел светомузыку. Треснутую, но это на работоспособность по-любому не повлияет. С нее можно музыку даже слушать. Колонка со светомузыкой. Да, я думаю, много у кого такая была. Но вы, наверное, их все покупали, а мы бесплатно взяли. А? Нихуя нет. Да вот, нашли ж светомузыку. Лови. Ты че, блядь? Что это было, Дим? Блядь. Ты че, долбоеб? Газ убери. Она бывает не встает. Пиздим. Да сука, она не встала. Я увидел вынос. Дима увидел вынос хаты и про все забыл. Смотри, это роба. Нифига себе, это роба. Вообще новая. Новая роба. Так, что еще здесь? Вынос хаты капитальный. Обалдеть. Евро вынос хаты. По евростандарту. А ну, шляпеточки вот такие, ну. Еще побегают, можно взять. Да, хорошие. Так, мыльно-рыльные ребятки. Мыльно-рыльные, обалдеть, евроше, это ж масло. Это я домой заберу, жирафик. Лего, прикинь, оригинальное. Это от Лего Сити, жираф. Он тоже денег стоит. Так, дезики, крема. Пакет давай. Шляпетки. Ого, две пары часов с рынка. Пакет. С рынка две пары часов. Так, что тут еще? Вообще вынос хаты топовый, блок питания. Обалдеть, это нам в гараж. Всякие USB-шечки на Sony Ericsson. Часики такие пойдут, сюрприз-боксы положу. Так, телефон тут походу должен быть, если тут от него эти чехлы от Samsung. О, нифига, это чехол такой в виде зайца. Ух ты, нифига себе, это ж чувачок с игры. Обалдеть, с мультика точнее, я это заберу. Вау, смотрите, это Абхазия. Смотрите, какой кораблик, бутылочки новые из Абхазии. Это сюрприз бокс. Вот крем, тюбичек крема. Брелочек такой тоже, может, купят. Так, рюкзак, а ну проверь молнии. Так, вынос с хаты. Нифига, это что такое? Ой, ЕЛМ 320. Барби, подделка, с днем рождения. А. Пропустил ЕЛМ 327, 1000 рублей. Это автосканер, да. Автосканер, ребят. Ой. О, Дим, на тебя. Я такое не... Прикинь, это Венс. А, не, не Венс. О, нифига, что у нас тут? Чемоданчик. Ой, стой, по машине, да, ударит. Так, вынос хаты. Мыльно-рыльного чуть-чуть. Охренеть. Сколько мыльно-рыльного тюбики. Вот это наполовину полная. Это, смотрите, маска. Видно, да, по вот этой отметке, что она полная. Обалдеть, это ж может очень дорого стоить, вот это мыльно-рыльное. Ребят, обалдеть, столько мыльно-рыльного. Что там у тебя, Дима, есть находки? О, а не, думал, боксерская перчатка, а это пакет. Так,
вы там накопаете еще? Правильно, все правильно. Чуть пакетом не убили. По находкам в нем голяк. А бабушка злая. О! Нифига, болтички, резеточка и болтички. Болтички нам надо. Да, вот эти штучки надо. Переходники, это от кронштейна. Так, а тут вообще все разорвано. А может и вынос с хаты вот это вот подарит мне технику? Ага. Одни эти ебаные, блядь, фломастеры. Нафиг мне эти фломастеры? Фильтры барьер. О! Ну тут вынос хаты. Технически возможно. Вау, какой кораблик. Смотрите, самодельный. О, Шимано было. Запчасти от велика были. Аккумы от одноразок там. Коробка от телефона. Так. Еще коробочка от телефона. Я в этих коробках пропуски к мусорным бакам подписчикам отправляю. Плюс подарочки небольшие туда кладу. Купить пропуски к мусорным бакам можно в моей группе ВКонтакте. Карты неполные, кусочек телефона. О, солдатик, вот это может денег стоить. От машины ключи. Да. У тебя что? Во-во-во-во. Не трожь. Не трожь. Да не, наслаждайся. Давай, наслаждайся. Плёечку Дима нашел. Рог вот такой поломанный. Плоечка хорошая. Мосер бренд. Дорогой, немецкий. Вроде бы немецкий. Так, что там? Плоечку за рублей 200 продадим на барахолке. Она, кстати, целая. Лифчички, трусики есть женские, нюхательные. О, нюхательные. Это сюда. Давай, стрингеры, трусики. О, то, что надо. Как раз, ребят, 15 пар трусов нюхательных женских у меня покупают за 5000 рублей. Пока! Пока! Ого-го-го, какие тут масштабные кормилицы. Охренеть! Охренеть! Я в раю, ребят. Все в кормилицах. Очень много кормилиц на квадратный метр. Надо их разодрать. Походу, я тут что-то точно найду, раз столько кормилиц много. Сейчас, кстати, поздравляю всех с 1 сентября. Сегодня вот первое число, сегодня 1 сентября, поэтому поздравляю всех школьников с началом учебного года. Ребят, учитесь хорошо, а то, если будете плохо учиться, будете рыться в помойках. Я думаю, вам это не нужно. Так, что у нас тут всякие тетрадки? Ну, это вот какого-то школьника подготавливали к учебному году. О, нифига. Ого! Так, что у нас здесь? Обалдеть! Дим, смотри! Как можно было такой букет выкинуть? Дарите вот этот букет какой-то девочке, и сразу будет пропердолинг. Да посмотри, он стоит 1005, он как новый. Давай! Все, пошли знакомиться. Видите, ребят, помоечка дарит любовь. Ну а чё, блин? Я своей жене такой букет дарил. И я ей не рассказал, что я его с помойки взял. Она тогда не знала, что я в помойках роюсь. Представляете, это было очень давно. У меня еще тогда канала не было. Реально. Подарили? Не приняли? Да, вот женщины заелись. Букеты не принимают. Кормилицы. Мы их дерем, как отцы с Димой. Куда запрыгнуть, даже не знаю. Вот туда, походу, к осам. Сучка, я тебя сейчас задеру, кормилица. Да. Oh, yes, baby, yes. О, похавать творожок. Ну, хоть что-то дала. До 18.03.24 с персиком. Оно не просрочено. У ребятки помоечка кормит. Дим, забираем, они не просрочены. В гараже похаваем. Аккуратненько в пакетик убери. Сейчас тебе пакетик дам.